Так, делаю разрез, записываю для памяти, потому что постоянно, каждый раз приходится делать новые расчеты. Значит, длина вот этой вот подваленной заготовки, ну, 40 там с половиной, ладно, возьмем 40. Значит, нахожу центральную точку. Центральная точка от верха 25 сантиметров. От нее откладываю вправо и влево по 4 сантиметра, получается 8. Это будет вот основной разрез вот здесь. Раз, так. От этого разреза, от центра, откладываю вверх 8 сантиметров. Ставлю точку. И от этой точки в стороны по 5 сантиметров. По 5. Это будет линия сгиба языка. Так, и вот эти вот точки 4 сантиметра от центра и 5 сантиметров от центра соединяю. Это будет линия разреза языка. То есть вот это язык будет. И вниз от центральной точки откладываю 5 сантиметров. Тоже ставлю точку. И от нее в стороны по 4 сантиметра. По 4. И вот эти точки соединяю, значит, тут новые. И точки, вот где разрез языка заканчивается. Значит, вот линия вот так. Вот резать буду вот так. Вот так. Вот так. Здесь. И вот здесь. Посмотрим, что получится. Надеюсь, такого косяка больше не будет у меня с пяткой. Немного великоват язык на вид. Может быть, здесь укоротить по сантиметрику. Так, что-то мне кажется, язык... Ну, так, 4 сантиметра немного. Здесь укоротить, чтобы охват был побольше, сделать не 8. Потом не пролезет ни нога, ни колодка. Сейчас подумаю еще. Но главное, зафиксировала цифры. 40, 25, по 4, 8 наверх, 5 сюда, 5 сюда, 5 вниз, 4 сюда, 4 сюда. Ну, вот такая вот рюмочка получается. Все, 3 минуты хватит.